Привет! Вы на канале Funny Yorkshire Terrier. И в своем видео я покажу распаковку посылки с ветеринарной аптеки Четвероногий. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Вот такая вот посылка к нам пришла с ветеринарной аптеки Четвероногий. Ну что ж, приступаем к распаковке. Вот так вот все было сложено в посылке. Сейчас я все достану и вернусь к вам. Ну вот, я все достала и вернулась к вам. Я заказала 5 паучей от фирмы Бритгайя с лососью, кроликом и голубикой. Фанни они очень нравятся, и она их ест с большим удовольствием. Также заказала 8 консервов от фирмы Альпа Спринт с кроликом и бананом. Фанни их ест тоже с большим удовольствием. Сейчас появляется все больше фирм, которые изготовляют консервов с кроликом. И у нас появился выбор. А раньше было только Соло и Монж. Я также заказала вкусняшки от фирмы Альпа Спринт. У меня должно было быть 3 вкуса: индюшатина, ветчина и печень. А пришло 2 пакетика с индюшатиной. Вот. И один с печенью. Они даже не сообщили, что нету в магазине вкуса ветчины. По мне, они должны были позвонить и сообщить, и спросить, стоит ли мне заменять или нет. Это уже не первый раз, когда они самовольно заменяют какие-то вкусняшки. Мне это не нравится. К тому же, на прошлой неделе у нас с такими вкусняшками, только со вкусом рыбы, была проблема. Когда я открыла пакетик, они сильно воняли, и их пришлось выбросить. Я в этой ветеринарной аптеке начинаю разочаровываться. Во-первых, они не первый раз путают товар или докладывают не тот. Я не знаю, как это получается. А во-вторых, у них пропали консервы Монги, которые ест Фанни. Это основной ее корм. Также я заказала палочки от этой же фирмы Альпа Спринт с индюшатиной. В упаковке 16 палочек. Фанни они нравятся, но с удовольствием их ест. Я заказала с индюшатиной, печенью и ветчиной. В этот раз все хорошо, пришли. Все правильно, ничего не перепутали с палочками. Поэтому мне очень странно, что с пакетиками они вечно что-то путают. Также заказала Фанни мазь карбисептас. Предпочитаю, чтобы в ветеринарной аптечке все у нас было. Не знаешь, когда что пригодится. А так как мы летом собираемся ездить на выходные в разные города, возможно, нам что-то понадобится. Тем более, нам ветеринар сказал, что у Фанни слишком мягкие подушечки, она может пораниться. Я все-таки не очень-то хочу, чтобы она все лето ходила в обуви. И заказала еще одну игрушку. Это ослик. От фирмы Кербил. У нас от этой фирмы уже 4-я игрушка. Когда мы были в депо, я видела этой же фирмы мячики. Возможно, что-то из мячиков купим, так как с мячиками Фанни тоже неплохо играет, но только с маленькими. А с большим я вот недавно покупала, она не стала. Вот такие вот покупки у меня были сегодня. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки, а мы с вами вас очень любим. Желаем вам крепкого здоровья и ждем в наших следующих видео.